Девочки, мальчики, дорогие мои ютубовцы, всем огромный привет на видео Самвела Адамяна. Вечерний мой обзор. Ребята, пришла посылочка от всем известной Марго. Что в этот раз? Если честно, ребят, я вот смотрю и думаю, Сев, ты прикидываешься дурачком, что ты на самом деле такой есть? Ну вот правда, давайте разберем все по порядочку, по полочкам. Открыл посылку. Рассказывает сам про эти носочки, антибактериальные, специальной ниточкой, чтобы ноги не потели, чтобы запаха не было. Какая замечательная Марго выслала для наших ЗСУ, рассказал целую историю, что сказала кому-то там из вояк израильской армии, потому что она покупала там несколько пар переслать в Украину. И парень прям целую упаковку таких носков передал для наших ЗСУ. Спасибо ему огромное, нижайший поклон. Ребят, вообще это очень классная и нужная вещь. Окей, хорошо. И дальше. Достает упаковки с теплыми термобельишками. Написано термобелье, цвет хаки. Не одна штучка, замечу, их там 4 или 5 штук. Це кому? А це кому? Це, мабуть, мені? А я не знаю, Марго не написала. Девочки, продолжаю кашлять. И прошу у вас прощения за это. Ничего с этим сделать не могу. Кому це? Ну, надо спросить, наверное, у Марго. Марго, ты мне там напиши. Кому це? Ты не обижайся, Марго. Ты не сповнаруза мой или что? Я не могу понять. Ты что, не соображаешь, что это посылка для хлопцев из ССУ? Тебе зачем термобелье? Ты себе не можешь одну маечку термобелья купить на зиму, если тебе это так прям необходимо. Самвел, ну если эти огромные упаковки носков для наших ЗСУ, то для кого термобелье цвета хаки? Вот объясни, пожалуйста. Вместо гель читает жель. Вы правда не сповнорозуму? Там все вот под фамилией Адамян. Ну честно, я вот не хочу сейчас Самвела обижать. Но я смотрю, как он читает название, пусть даже иностранное, на упаковках любой продукции. Это не только сегодняшний разбор посылок. У меня уши в трубочке сворачиваются, где все черным по белому. Написано один язык интернациональный на всех языках, все люди поймут, что это такое, когда написано гель, жел. Что оно такое и с чем его едят? Сева, ну правда, какое-то скудоумие. Ну серьезно, ну никаких абсолютно практических навыков. Вот это вот приобретенный жизненный опыт отсутствует напрочь. Я критиковала Васильевну, но что Сева, что Педечка, ну одно и то же. Ты, Марго, не обижайся, говорит Самвел. Ну, я, наверное, все-таки нашим ЗСУ вышлю. У меня там есть вот знакомые ребята. Да неважно, кому и куда, в какие окопы. Хлопцам там сидеть зимой, наверное, им лучше пригодится, чем тебе. Нет, Самвел, зачем вообще рассуждение на эту тему, а потом еще показывать свою щедрость? Ну, це ж тобі, підпрягається тут же мамка, ребята, собі односта. А ці, боже, вот я только делала с утра обзор на Педечку. Ребята, вторая серия марлезонского балета. Надо, не надо, мне, дайте, а вот это можно есть, а можно попробовать. Тут жрет этот финик у нее прямо перед глазами опять и снова меня бесит. Ты зачем это делаешь? Ты испытываешь ее терпение? Ну вот зачем ты это делаешь на глазах у нее? Ты берешь, жрешь и опять укаешь. Ребят, девочки, я не знаю, как вас, вы знаете, что я хорошо к Самвелу отношусь. Но он меня начинает раздражать вот этими своими постановочными сценами. К чему это все? Ну к чему это? А мне попробовать можно? Мамка, я тебе могу дать попробовать, а потом могу дать по голове. А у меня сразу, девочки, такая мысль. Блин, Анжел, что ты не рядом?
А я бы вслед ему же тут же тоже колотушкой по голове бы дала этому Самвелу Адамяну. Вот он ей по голове, а я ему бы тоже по голове бы дала за вот такие вот фокусы. Ну, тупо издевки какие-то. Вы мне все пишете: Анжелика, чё ты жалеешь эту шуточку? Ребят, я не жалею шуточку. Меня бесит поведение Самвела вот в таких ситуациях. Вот невзирая ни на что. Какая разница? Шупечка, Надя, Света Сытник, Андрей Сытник, с которого он вечно издевается, и идиотом именно Самвел их выставляет, этих Сытников. Может, кто-то бы из зрителей ничего бы там особо не заметил, да? И не особо бы ржал с этих Сытников недалеких. Но Сева же все преподнесет. Вот вам. Во всей красе, пожалуйста, наслаждайтесь, які всі дебіли і який я молодець. Ну, вот ти молодець, допригався. Буду говорити про права. Допригався. А сколько Коля тебе делал замечаний, а ты психовал? Сколько тебе Коля говорил: Сева, что ты творишь, когда ехали за рулем в салоне машины? Сколько раз они ругались: ребят, что ты творишь? Ты видишь тут знак? Ты видишь тут пешеходы, куда ты поворачиваешь, тут встречная. А, провадыш было скільки. Я езжу лучше всех, я вообще ничего не боюсь. У меня нет чувства страха. Одной рукой рулю, тут видосы снимаю, тут песни пою. Доїздився. И в комментах, ребята, наглый, просто наглости нет предел. Самвел, это я про тебя сейчас говорю. И в комментах пишет: зрителям, я вам цього не прощу. Зрители спрашивают: а мы-то при чем? За что? Что? К чему? Почему? За ваши жалобы. За жалобы. Які нахрен жалобы? Ты не соображаешь, везде камеры стоят. Мы в 21 веке живем. Ты вообще дуб дерева. Какие жалобы? Сев, ты серьезно думаешь, что все зрители, кто тебя смотрят, только живут тобой, Самвелом Адамяном? Один свет в окошке – це ты? И ты думаешь, что прямо все занимаются твоей жизнью, строчат жалобы, отсылают в нужные инстанции? Ты с башкой своей иногда немножечко так подружись, бо щось мозги отдельно, Самвел Адамян поскакал отдельно. Это твоя вина. И только твоя вина. Мы все наблюдали, и зрители писали всегда гневные комментарии. Конечно же, ты получил эти права, мы не знаем как. Учился ты, не учился, купил ты эти права, мы все прекрасно понимаем. Эта ситуация у нас дома возможна. Никого ты из украинцев не обманешь, хрен с тобой. Это твое дело. Но потом, если бы ты был серьезным человеком, ты бы как-то штудировал эти знаки. Ты бы учился, ты бы спрашивал у Коли, ты бы был очень аккуратен, если ты знаешь правила, что у тебя могут забрать эти права, ты купил машину, это средство передвижения, подъехать, мамку подвезти, а вдруг что-то срочное, ну вот ты остался без колес. Назови себя сам, придурок, вот кто ты, вот кто, и я сейчас не обзываю Сева. Я сейчас констатирую факт. Вижу, лежит на кровати расстроенный, я гитара. Ну да, я понимаю, причина есть. Расстроенный. Артему с пеной у рта доказывая, почему опытному водителю возможно нарушать права, и у него их не забирают. А я новичок, я же ничего не знаю, а у меня забирают права. Ты придурок. Еще раз, ребят, ну простите меня, пожалуйста, что я говорю такие слова. Сева, прости меня. Вот у Самвела буду просить прощения. Но я не подберу других слов. Ты вообще понимаешь, что незнание закона не освобождает тебя от ответственности? И пофиг, сколько ты за рулем. Новичок ты или ты с большим стажем вождения.
Если ты новичок, то тем более ты должен быть предельно внимателен. Чего стоил только вот тот знак кирпич, когда ты поехал тупо на кирпич? Конечно, все люди на тебя смотрели, и водители. Одностороннее движение, все едут, ты едешь единственный, всем навстречу. Ты с башкой дружишь или нет? И потом твоя мамка сворачивает все на Маринку. Бо ты с нею ездив, я так рассуждаю, сказала Хиряма. Вона с тобою ездила, и что? Она не водитель. Она не обязана следить за правилами дорожными, за знаками. Она всего лишь пассажир. Ваш придурашенный сынок возомнил из себя пуп земли нашей, всей земного шара. И він буде керувати планетой всей, бо він сам велодомя. Оце сєва, ваша корона, хоть твоя, хоть твоей мамки, которую вы вырастили охеренных размеров. И ты думаешь, вам все позволено. Нет, Самвел, не все. Потому что этот вопрос связан с человеческими жизнями. Понимаешь? Это более серьезная ситуация. И я считаю, если забрали права, правильно сделали. Тебя по-другому научить невозможно. Сколько тебе Артем делал замечания? Юля сидела в салоне. Сколько она рассказывала и говорила, как страшно было с тобой ехать. Что ты вообще творил на дорогах? Ты сам нам видео не раз демонстрировал. Безбашенный абсолютно. Сколько ты, пусть в шуточку такую, с юмором, но грозился пешеходам, обзывал их, оскорблял, матюкал. Сейчас на капоте прокачу, сейчас я вас добыть буду, сейчас я вас передавлю. Я понимаю, что ты утрировал, типа на ха-ха. Ну, дохихикався. И по делам скажу я тебе. И по делам. Тебя нужно учить. Слов ты не понимаешь. Значит, надо делом учить. Вот теперь поставишь свою машину на приколе и їсть собі маршруткой. А я вже забув, я не помню, як маршрутка їздить. Вспомнишь, дорогой. Не святые горшки лепили, а то, видите ли, возомнили про себя вседозволенность у них. А фигушки тебе. Ребята, вот здесь всех зрителей, которые критиковали его, поддерживаю на 100%. И по делам, повторю я, кстати, абсолютно без злости, без всякой, я только за справедливость. Два слова хотела сказать еще, конечно же, за вот этот генератор. Вы там писали в комментах, как мамка Анжелика, обрати внимание, злится. Сытники сколько помогают, кормят Самвела, а Коля такой хороший друг, всегда на подхвате, почему бы людям не помочь? Ребята, у меня здесь другое мнение, я не буду развозить долго объяснение, я вам коротко скажу. Я в этой ситуации по другую сторону баррикад от вас. Я против, потому что Алену харе уже ездить на голове, нет? Может быть, сытники будут рассчитывать уже на себя, а сколько можно? Ну а сколько можно? Сколько бы тут Самвел не зарабатывал, пусть он даже мультимиллиардер. Ну вот кто угодно. Рассчитывайте на себя, взрослые люди, не старые. Света говорит, Самвел работает далеко, Андрей ездит, забирает на машине туда-сюда, бензин дороже получается, чем ее зарплата. Так это ваши проблемы, сытники. Сядьте на семейном совете, все посчитайте. Стоит, не стоит работать, выгодно вам, нет, остается прибыль какая-то или не остается. А кто Коля виноват? Объясните кто-нибудь мне. Почему Коля не может хотя бы выпускать 2-3 видео в день, как делает это Самвел, и зарабатывать деньги? Ну почему он этого не делает? Балидатюга. Поэтому Самвел должен их всех тащить на своем горбу. Мне похрен до Самвеловых денег. Но я за справедливость. И здесь я буду мать поддерживать. Может, хватит, сытники, вам не стыдно вообще? Не, им не стыдно, ребята. Они себе тихонечко пригрелись, борщика Света налье, Самвельчику покорме. Ну, а Семка дурачок, купай генератор там 1000 на 80-120. Я не знаю, сколько они сейчас стоят, приблизительно, я думаю, так.
Ну, это вот моя позиция. Вашу почитаю в комментариях. Всем желаю доброго, спокойного, тихого вечера и обязательно ночи, чтобы все выспались, все были живы и здоровы. Украина переможе. Я в это очень верю. Ребята, до завтра. Всем пока.